Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу, как приготовить вкусное имбирное тесто для печенья. Для приготовления пряников нам понадобится масло комнатной температуры, жирность может быть любая, сахар, яйцо, мед, может быть натуральный и может также быть штучный, если есть аллергия на натуральный мед. Также подойдет инвертный сироп, мука, специи, у меня имбирь молотый, корица молотая и сода. Можно также добавлять свежий имбирь. Сухой я использую вот такой. Если используем свежий имбирь, берем 1 чайную ложку без горки натертого имбиря. Итак, приступим к приготовлению. Первым шагом нужно смешать мед, сахар, молотую корицу и имбирь в какой-то кастрюльке маленькой, вот, или же можно сделать это также на сковороде. Теперь ставим эту смесь на небольшой огонь до растворения сахара. Когда сахар полностью растанет, нужно будет добавить туда соду. Сняла уже с огня, получилась вот такая вот смесь. И теперь сюда нужно добавить соду. После добавления соды оно начнет пениться. Теперь сюда нужно добавить сливочное масло. Добавление масла еще немного прогрело. Получается вот такая вот смесь. И теперь ее нужно охладить. И тогда добавляем туда яйцо. Итак, прошло уже немного времени, масса остыла, и сейчас добавляю туда яйцо. Все это нужно вымешать к однородности. И в самом конце добавляем в эту смесь муку. Ну вот и все, тесто готово. Теперь это тесто нужно переложить в какой-то пакетик или же в пищевую пленку и положить в холодильник как минимум на 12 часов. Только тогда можно уже приступать к выпечке изделий из этого теста. Тесто как бы должно выстояться, но если произошла ситуация, когда у вас нет времени и срочно нужно сделать пряники, это тесто можно положить в морозилку приблизительно на 1 час и после этого уже работать. Это время нужно для того, чтобы у теста появилась однородная структура. Хранить такое тесто можно 1 месяц в холодильнике, в этой пищевой пленке или обычном пакете, без доступа воздуха, или же в морозилке можно хранить до полгода. Перед использованием нужно достать тесто, чтобы оно набрало комнатную температуру. Если тесто хранилось в холодильнике, достаточно будет 15 минут, если в морозилке около 1 часа.